Благотворительный марафон «Вставай, беги» вывел на старт в Самаре порядка 1000 участников. Среди них школьники, профессора, рабочие, представители власти, спортсмены. Самую длинную дистанцию пробежал и сотрудник телеканала «Самара ГИС» Павел Губанов. Я узнал то, что есть благотворительный марафон, поэтому подумал, почему бы не пробежать и тем самым не помочь детям или людям, которые действительно в этом нуждаются. Ну и не лишней будет пользы для своего здоровья. В забеге приняли участие также сотрудники управляющей компании. Цели этой акции, этого грандиозного события в целом совпадают и с целями нашей управляющей компании. Те средства, которые будут собираться благодаря этой акции, будут направлены на благоустройство и устройство спортивных площадок наших дворов, наших жителей, приближая тем самым возможность жителей участвовать в спорте непосредственно в своих дворах. Жилищно-коммунальная система выставила на марафон 20 любителей физкультуры. К старту готовились все свободное от работы время. Я начала бегать полмарафона год назад, выступаю на многих выступил уже в соревнованиях. Вот. И очень захотелось заразить этой любовью к бегу своих сотрудников. Я старалась, да, продвигать тему того, что они должны выходить на пробежки по утрам. Но пока, по-моему, у нас не очень много участников в этом году, но мы надеемся, что их число будет расти. И очень приятно, что откликнулась молодая часть нашего коллектива. Коллектив ЖКС в полном составе пересек финишную черту навстречу плодотворным трудовым будням. Сергей Кизоркин, Алексей Золотенков. События.